Да? 28 число. 28 число быть не может, потому что 28 у нас уже суббота. Сегодня суббота и быть не может. Нет. 29. Сегодня 28 число. Вот раннее утро. Аж 12 часов. Я зубы себе почистил. Да. Да. Я уже почистил зубы. И готовит супик. А он еще не чистил зубы? Нет. На горшок не сходил, зубы не почистил. Пиво уже выпил. Хочу. И пальцы болят. И жопой повернулся. Да, вообще. У меня сломали часы, сломали очки. Я сломаю пальцы. Да, вот. День чудный, будем пытаться собираться сейчас. Куда-то рыбалить. Мы пытаемся безуспешно уехать на озеро. В чем проблема-то? Нет. А подожди, сейчас пишет. Что ж ты не смазал уключены? Ни Билайна, ни мегафона. Поехали дальше. Далее, притормози, пожалуйста. Там палка застряла в прицепе. Все просто, бля. Она в размер. Наступи на нее, Миш. А? И сломай. Поехали. Мы уже на озере. Нам хорошо. Да вот Виталик возмущается, что ему не, что мы его не поцеловали за то, что он нас хорошо довез. Вот! Вы же даже меня не поцеловали. Да. Индосы, блин. Вы понимаете, что вы сейчас говорите? Вы оскорбляете весь народ наш. Так, вот это становое у нас. Это становой. Эх.
Погода, конечно. Ух, круто. Нет, это не то. Это прибавляешь. Ну, понятно, да. Что делать надо? Нет, питание. Где питание? Еще раз нажми на питание. Еще. Вы туда хоть ставили-то? Да, это засасывает. Это скачивает. Пошло вроде. Пошло, пошло, пошло. Вот. Ну все, Андрюха, с прошедшим тебя днем рождения. Нет, подожди, еще не все. Смотрим. Орет как ядерный бомбардировщик, блядь. У тебя ниппель там. Приброс, да? Великолепно. Прикольная вещь. Насколько он накачает, так было, вот 100%. Ну-ка. 99%. Не надо, не надо, пускай он сам выключится. Да? Уверен? Ну ты смотри, когда тебе надо остановиться-то. Мало еще. Ну вот и пускай один, он... Подожди, 1%. Вот он давление какая-то. Вот подкачка пошла. Все? Не-не, пускай качает. Вон еще сколько. Второй клапан открылся. Качает, качает. Смотри, нормально? Это пусть двоечку докачает, нет? Чем? Нажмим же. Ты чё, и так этим ты качал бы тогда, раз тебе надо. Пока все. Запомнил давление твое? 1,8, 1,7, 1,8. Великолепно! Сделаю первый контрольный заброс. Здесь рыбы нет. О, кушок бежит. Мы закинули. Топор возьмите.
дождались мы, когда ветер стихнет, чтобы было Виталику легче грести, да, Виталик? Ой, не говори. Нам скоро понадобится насос. Насос. Вот. Комарики. Кошмарики. Всегда тут стояло, да? Не, он тонущий. Он тонущий. Он, конечно, его не на скорости надо. Я просто сейчас не хочу менять эту гребешку. Он тонет? Я на него из кашу поймал вообще. Да. Ну, на него надо это самое. На озере где-то, знаешь, такое, вот где нет. Ну, имеется в виду, ну, ты гребешь сейчас просто вот где-то встать, чтобы его рывочками такими. Кстати, я могу тебе его для этого отдать, для троллинга попробуешь. Он прикольный вообще, блин, классно. Он у меня... маленький. Нет, у меня побольше есть и красивый такой. Он для троллинга тебе подойдет как-то. Да-да-да, побольше есть. Посреди озера так и стоит, смотри. Вон. Видишь, да? О, крупное. Я просто говорю, тыка, говорю, стоит посреди озера, офигеть. Да нифига, это вот сейчас вот весной. Я понял, что ребята к речке, да? Да. У нас нет. Потому он сказал, что вместе будем. Поймал на живьем, поймал на живьем. Под рыбу ничего нет. Мы с тобой приехали на рыбалку. У нас пакет с тобой есть. Есть? Да? Сегодня воскресенье, сегодня. Все, кто сюда приехал в пятницу, нет, сегодня все уже снимаются. GoPro 100 видео.